нарушить законы земного притяжения. И попрыгать от души. Батуты – отличная идея, чем заняться, когда за окном непогода. Или я старею, или действительно быстро устаешь, потому что работают все мышцы. Прыжкам все возрасты покорны, будь тебе 25, 50 или всего 3 года. Вот как маленькая Рита прокачивает координацию. В мегадоме таких летательных аппаратов много. Есть конструкции для взрослых, которые выдерживают до 100 килограммов. Помещение смахивает на центр подготовки гимнастов. Но здесь акробатические элементы запрещены. Достаточно прыжков, уж поверьте. Отдышка, конечно, как после кросса. Прыгать на батуте, да, конечно, классно, весело. Но фишка все-таки батутного центра – это вот такой вот сухой бассейн. Так, как же мне сейчас? Выбраться из моря поролона – тот еще квест. К слову, веселая фитнес-тренировка на батутах за час сожжет до 300 килокалорий. Примерно столько же сгорает на пробежке. Еще один вариант развлечения – это настольный теннис. Но тут нужен партнер. Взрослый или ребенок, неважно, освоить базовые навыки можно за 10 минут. Говорят, ритмичное постукивание шарика по поверхности стола отвлекает от забот и переключает ваше внимание. Ну, в любительском настольном теннисе не обязательно знать все правила. Достаточно быть неутомимым, как нападающий в футболе. Ну и, конечно, чтобы мячик обязательно перелетел ту самую сетку. Увидеть себя со всех сторон и даже заблудиться. Саша? Ты где? Можно в зеркальном лабиринте. Обещают, что будет интересно даже взрослым. Извилистые дорожки из десятка отражений, искаженное пространство от пола до потолка. Подобные иллюзии запудрят голову. Вернуться назад – удел слабых. Надо искать выход. О, вот ты где. Неоновая подсветка, яркие граффити делают арены для игры в лазертаг похожими на космические станции. Чтобы сыграть, нужна команда. Каждому участнику на голову закрепляют датчик. Если в тебя попали, он завибрирует. Вся игра проходит в темноте. Задача – отыскать команду противника, захватить базу и по ходу стрелять на поражение. А здесь в качестве психологической разгрузки можно пострелять из огромной рогатки. По мотивам игры Angry Birds. Запускать плюшевых птичек, сбивать мишени, заряжать снова. Надоело? Добро пожаловать на роллердром. Я на роликах каталась лет 17 назад, но вроде ноги помнят то, что давно забыла голова. Встать на 8 колес и с ветерком проехаться, пуститься в приключения в веревочном городке или от души попрыгать на батуте. Этих занятий хватит на парочку дождливых выходных, а поваляться на диване еще успеем.